Сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Что не причиняет. Какой боли, как жизнь. Шевелись, плотва! Чем-то здесь смердит разлагающееся мясо человеческое. Мечом. Неглубокая, она перебила артерию. А в руке ключ. Интересно. Он бежал, пока не умер от потери крови.
Надо так. А ты из какой деревни будешь? Из Вербицы. Это в Тимерии. 2 дня пути от Вызимы. Нильфгард туда пришел еще до себя. След четкий, крови он потерял много. Пока партизаны не напали на их гарнизон. Тогда они спалили наши хаты. Эй, тебя сюда что, приглашал кто? Нет, я пришел по следам человеческой крови. Значит, ты нашел нашего приятеля Дерека? Ну и ну, должно быть, глаз у тебя наметанный. После того, как мы с ним погрызлись, я его полдня искал. И толку? Разве что в собачье дерьмо влез. А у меня ведь такие башмаки ладные, из змеиной кожи. Гляди-ка. Хорош базлать. Тесак сказал ясно. Если кто малину найдет, перо ему в бок и в канаву. Подумай, Грун. Ты хоть раз, сука, подумай. Раз уж ведьмак нашел тело, значит и ключ нашел. Без ключа мы не откроем сундук. Не откроем сундук, тесак не получит, что заказывал. Не получит, поднимет кипиш. Тебе оно надо? Ну, вот видишь. Послушай-ка, уважаемый, есть у тебя 2 возможности. Первая. Отдашь нам ключ, я тебе заплачу за труды, и все будут довольны. Вторая. Начнешь брыкаться, а тогда сделаем, как советовал Грун. Перо в бок. Добро. Бери ключ и давай золото. Видал, Грун? Иногда можно и по-доброму. Очень приятно иметь с тобой дело, уважаемый. А теперь уматывай. Вперед, плотва! Если можно... Здравствуй, бродяга! Страха такой бледный. Как же это тебя стража в город отпустила? Но пошла. Мой граф в притоне ублюдка ваша. Я перестал туда ходить с тех пор, как мне продали разбодяженный пистолет. Сына мельника. Погоди минутку, ведьмак. Мне вот интересно, как это ты взял выходной ровно в ту ночь, когда ублюдок пытался меня убить? Это совпадение. Я был в борделе, и есть свидетели. Что свидетелей ты себе нашел, верю. А вот что совпадение, нет. Знаешь что? Херовый какой-то разговор, только время тратим. Возьмите его, ребята, и поговорите с ним сами. Я хочу знать, где ублюдок. Я тебя не предавал! Нет! Нет! Я ничего не знаю!
Ты поможешь мне найти ублюдка младшего? Я собираюсь разослать ребят по его нычкам. Но ведьмачьим клинком тоже не побрезгую. Веди моих людей, устрою ублюдку настоящую войну и вытащи его из норы. Мы оба от этого только выиграем. Ублюдок не должен умереть, пока я с ним не поговорю. Мои ребята немного вспыльчивые, так что за этим ты уж сам присмотри. Идет. Я подозреваю, что ублюдок скрывается в казино в Золотом квартале. Ну или где-нибудь у арены под обрезками. Там его будут ждать мои люди. Найдите его. За донос наказываю. В жизни надо рисковать. Но! Сил нет! Веди себя прилично! Не надо ли тебе чего, мастер? Годи, плотва. Давай, плотва. Ох, люди, люди. Спасите. Годи, плотва. Что случилось? Они... Эй, подожди! Вон! Седой! Взять его! Плотва. Мы готовы. Давай знак и начнем. Пора научить ублюдка. Все дороги ведут в Махакам. Трудно тебе тут будет с работой, ведьмак. Я ведьмак. Готовы? Известно. Входим по твоему знаку. Разве что башкой заслужишь. Ну, идем. Ну, конечно, шахте ведь как на войне. Кто лишил девственности? Тут что-нибудь ёбнет, а там крест сдаёт. Давай, шанс. Надо смотреться. Еще можно сдаться. Заходи сзади! Ты уже мамочки!
славные бритвы. В потемках, видишь, силой тоже не обижен. Горняки б сгодился. Разве что башкой за свод цепляться будешь. Ну, сколько мне еще ждать? Смерти. Эй, ты слышишь меня? Живой? Не добивай. И в мыслях не было. Ты кто? Я слышал крики внизу. Уже все в порядке. Ты мне поможешь? Как тебя зовут? Рико. Рико Майерсдорф. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь? Сижу вот. Ну ладно, не буду умничать. Они решили, что я шпион Бедлама. Вот и схватили. А ты шпион? Ну... Вроде как. И чего ж ты вроде как вызнал? Ублюдок снюхался с реданцами. Не знаю точно, в чем там дело, но дружится он с ними. Больше я ничего не знаю. Береги себя. Спасибо. Я затаюсь, пока все не кончится. Скажу Бедламу, что ты мне помог. Загляни к нему, он наверняка тебя отблагодарит. Интересно, а Дикстер знает, что младший сговорился с реданцами? Нанять ведьмака, долги выбивать. Все дороги ведут в Махакам. У нынешней молодежи в голове сплошной кокон. Вот. Сними с меня. Вперед, плотва! Вы от тесака? А как же? Тебя ждем. Говори, что делать. Идем. Больше ждать нечего. Слыхали? Понеслась! Ah! Все вместе! Ah!
Надо обыскать эту нору. What?
Пол исцарапан, как будто открывали дверь. За этой стеной должно что-то быть. Любопытно. Но! Би! Иллюзия. Отлично. Просто замечательно.
от страха такой, бля. Такую погоду и пса на двор не выгонишь. Люблю дождь. Мою подобрать погода вызывает у меня ностальгию. Чья вина? Чего ты хочешь? Что ты можешь рассказать про ублюдка-младшего? Собираешься писать биографию? Напиши тогда и о его отце. Ублюдок, сын, ублюдка. Хорошее название. Интересно. Старый ублюдок был одним из самых беспринципных людей, которых я когда-либо встречал. Он шантажировал, убивал, прокладывал себе дорогу локтями. Говорили, что у него счеты даже с иерархом. Младший получил от него в наследство все свойства, кроме любви к поэзии. Кстати, говорят, он укокошил батюшку по дороге на поэтический вечер. А потом принял все его дела и связи. Я был в доме младшего. Слышал, слышал. Ребята наперебой рассказывали, один другого перекрикивал. Ты произвел на них бешеное впечатление. Я знаю ублюдка и знаю, что сейчас он здорово обозлился. А скоро он не выдержит и вылезет из своей дыры. Я не могу ждать. Терпение, ведьмак. Выше голову. Тесак всегда платит за хорошую работу. Так что вот тебе обещанная награда. Открывай! И от страха такой, бля. Надо рисковать, а то все просрешь. Да.
Часто ты работаешь с чародеями? Ты страшно любопытен. Присматриваешь работу для себя? Нет. Просто я представляю, что такое чародей, и знаю, что руки они пачкать не любят. Ты плохо их знаешь. Затравленный и голодный чародей идет на все, как и любой другой человек. Ни от какой работы не отказывается, и цену не заламывает. Новиград — город возможностей. У тебя есть все шансы этим воспользоваться. Ты должен лучше подбирать себе людей. Рика попался как ребенок. Да, он рассказал. Я велел ему уехать из города. И он, вероятно, сказал, что я тебя награжу. Да. Возьми. Сегодня на рыночной площади, красотка. Хочешь? Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тилли, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга.
Дом полностью разрушен, но магический круг выдержал. Кажется, портал закрыт. Может, его открывает один из предметов, принадлежавших Айрамусу? Как же здесь воняет. Запах старого сыра. Похоже, Айрамос был тиромантом. Сдохни! Чего Айрамос сделал этот чертов сыр? Лучше быть повнимательней. Сыром? Вот весь мир посмеется. Ничего хуже я уже не встречу. Thank you.
Надо рассказать Ламберту, что у туманников иммунитет к запаху старого сыра. Иллюзия. Это место похоже на сокровищницу. Надо осмотреться. Магический барьер все еще действует. Нужно его как-то отключить. Здесь пригодится глаз Нихалена. Барьер отключен. Если этот меч столь же смертоносен, как сыры Айрамоса, его стоит взять. Пожалуй, я назову его и менталь.
следить за каждым твоим шагом. Крис. Я ей сразу говорила, никаких мужчин, никаких домашних животных. Здесь порядочный дом. Успокойтесь, я ненадолго. У тебя сегодня плохой день. Да, Геральт? Я видел, что ты сохранила розу памяти, которую я дал тебе во Флотсаме. Кажется, это было так давно. Наверное, потому что многое изменилось. Ты сохранила ее на память? Отчасти, но прежде всего как предупреждение. Ты давно в Новиграде? Достаточно давно, чтобы научиться, как здесь выжить и не попасться. А до этого? Где ты была? До этого мне тоже как-то удавалось справляться без твоей помощи. Но это не значит, что я не рада тебя видеть. Посмотри, что я раздобыл. Артефактная компрессия. Это статуэтка – заколдованный человек. Сможешь его расколдовать? Конечно. Похоже, об этом бедолаге просто забыли. Он похож на дворянина. Может, он и есть дворянин. Идем. Я не могу провести ритуал прямо здесь. Все готово. За работу. Угрюмое место. Это правда. Выглядит так, как будто здесь обитает вампир. Поэтому я так уверена, что нас никто не потревожит. Дай мне фигурку и отойди. Попробуем его расколдовать. Думаю, это дворянин. Приготовься. Никто не знает, кто он на самом деле. Инналандаона Арайс! Коралл, нет! Я все объясню! Коралл? Я на ту девку и не взглянул. Для меня есть только ты. Эй, ты не Коралл. Суккуб. Морок. Где я? Значит, его заколдовала Коралл? Очень на нее похоже. Я не встречала более вредной чародейки, чем она. Разве что... А Коралл здесь нет? Тогда иди же ко мне, Суккуб. Как тебя зовут? Мы в Новиграде. В Новиграде! В Новиграде? Последнее, что я помню, это Оксенфурт и Коралл в бешенстве.
Как она может требовать верности, когда сама порхает, как... Ну, как... Как деревенский мул. В самую точку. Зараза. Чувствую себя так, будто по мне прошлось стадо коров. Не знаю, что она со мной сделала, но вижу, вы спасли меня от беды. Вот, возьми. Пойдите, развлекитесь в городе. С тех пор, как ты спал с Карал, ее вкус значительно ухудшился. Ладно, идем. Наш славный господин сам о себе позаботится.